Всем привет, ребят, с вами Алексей, и мы продолжаем проходить Алису. Чё-то я совсем обленился, видосы уже не пилю. Днями даже. Что ж, мы в реальности. Третья глава у нас на счету. Да. Мы пришли к какому-то доктору или психологу, кем он являлся, я не понял, но... Он исчез, и это место изменилось. Как будто бы оно давно заброшено, и мы переместились во времени, или типа того. Тишина. Можно пойти пешком. Но это долго. Так, сейчас. Что это такое? Лужа какая-то? Это нам не интересно. О, выход, снег даже. Да ну. Мы точно в реальности? Это ведь как бы из страны чудес. Почему погода изменилась? Где все? Чё-то здесь не так. Грибы. Мне кажется, или наполовину в стране чудес, или скорее всего, страна чудес начинает являться ей в реальном мире уже. Частично. А может быть потом будет полностью. Я, честно говоря, даже не знаю. Что такое? Что за страшная музыка? Вот это да. Короче, не. Все, мы возвращаемся в страну чудес. Пошагово из реального мира. А вот, собственно, тот самый поезд. Который должен был нас... встретить лоб в лоб. Но... О! Вот и Алиса. It's corrupting all of Wonderland. Seeking refuge from the wicked world, perhaps things only look like they've gone to hell. You're not that good a liar, and I'm not that stupid. But something a bit less calamitous would have been welcome. This unmitigated disaster is your doing, and it will get worse. Your train keeps a hellish schedule. Get moving. Time waits for no one. The change has begun. The train is perfectly capable of terrifying me, Cat. You should find another job. Is there really so little hope? There's even less. And if fear paralyzes you, we are lost. Да нет, ты чё? Долина смерти. О, какие люди. Так, ну с тобой я знаю, как справиться. С этим мы потом разберемся. Сначала по мелочи. Ой, что-то ФПС-то подсаживается в этом месте нехило, я скажу. С чего бы это? Ты промазал? А, давай, да... Нет. Ты делаешь не то, что нужно. Заколевал. Давай, кидайся в меня. Чтобы было проще тебя убить. Блин, я кнопку перепутал. Я же должен был сначала прицелиться. Защитились, допустим. Блин, сейчас он... Вот, все. Вот. Другое дело. Ты уничтожен теперь. Ай. Еще одно лицо осталось. Тихо. Успеем. Успели. Страна чудес уничтожается постепенно. Я вот не понимаю, это все из-за поезда? Или есть тому другая причина? Ну, увидим. Показалось. Так, стоп. Я давненько не уменьшался, между прочим. Нет, тут нет ничего. А вот здесь... А, это же кальянчик, это... Для... Ты что, серьезно? Ты? Кальян отдохнешь?
А где гусеница? Опа, привет. Слизнички. Давно не виделись. Она прозрачная, как будто бы вот все наполовину меняется. То ли она есть, то ли нет, или я не знаю. Опа, стоп, бутылочка. Без бутылочки я не уйду. Так. О, меня уже ожидают. Осмотримся и пойдем к ним. По-любому их будет не двое, там их будет больше. Сейчас там еще большой вылезет, да ведь? Или не вылезет? Они ведь уже не очень. Так, сейчас, ракушки сначала. О, а, это кальянчик. Опять же. Он показывает мне путь дальше. Вот такие должны быть галюны. Какое-то подозрительное место. Но ничего здесь нету. Да ведь? Да. Что-то все дымит, дымит. Туманит. Чую, это будет самое необычное место. Даже необычнее. А рыб, которые были как люди. И то, что мы как Спанч Боб ходили под водой и вроде бы ничего. Так, бутылочка. Привет. А это будет не горячо случайно, а? Что-то мне кажется, туда ступать не стоит. Зуб, зуб. Угу. Зубы есть. И все еще ничего. Хрюшек я не слышу. Ой, что это такое? А. Так, еще раз. Что это такое? Там меня ожидает гусеница, что ли, или кто это? Так, стопэ. Путь всего один. Как обычно, нужно все везде смотреть. О! Это... Что, это гусеницы? Как бы... Похоже, да? Как бы длинная такая. Это столы вообще. Летающие. Гусеница, она, конечно, длинная, но это не гусеница. Ой, мимо. Нельзя? Нет, по ней она не бьет впустую. Я поворачиваюсь к ней, а она бьет мимо. Ну, даже вот так. Даже прямо она не разбивает. Привет. Иди ко мне. Я вот что думаю, я запишу сразу полноценные две серии, ой, ну как бы да, я запишу разом, потом поделю по 30 минут, потому что мне так будет удобнее. Я частенько в разных прохождениях говорил, что мне лучше записывать сразу, вот две серии записал, не прощаешься, не здороваешься, просто обрезаешь и все, так гораздо удобнее. Записал все, у тебя полноценные... Как бы серия, но поделенная на две потом. Также и будет, наверное, «Назад в будущее», которое я прохожу попутно вместе с Алисой. Так, я... Стоп, стоп. А что делать с вами? Надо, я, кажется, понял. Стоп, лицо исчезло? Не, показалось. Сейчас я его возьму, использую, и они появятся. Стопудово. Чего? Это новое оружие, что ли? А где обучение? Чайная пушка наиболее эффективна против групп врагов. Чем дольше вы заряжаете выстрел, тем больше будет радиус взрыва. Чайную пушку можно использовать для уничтожения хрупких поверхностей с расстояния. Переключайтесь между перцемолкой и чайной пушкой с помощью колесика мышки. Да я все понимаю, но у меня...
А, вот. Так, все бы ничего, неплохая вещь, но... Стоп, 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 стоп. Плюх. А, да, хорошая вещь, однако. А что делать с тобой? Блин, вот он опять будет за мной бегать и хватать меня тогда. Как тогда, да. Лица покажи свои. Четко. Иди! Она... Ты что, что такое, я не понимаю. Она встала на месте и просто вот не шла никуда. Как будто бы оцепенела вообще. Тихо. Показывай свои лица. Зашибись. Так, чайник, ждем. У меня сейчас, так, сколько у меня? У меня всего лишь 400, да? 500 стоит. Ну, наберем что? Улучшим. Потом. Как только, так сразу. Погоди, погоди, погоди. Так. Мне нужна она, потому что они по бокам находятся, поэтому придется их сбивать вот так. Тут в кучу уже не подкинешь. Все? Ты слилась? Нет. Давай! Блин! Ждем, ждем, ждем! Горячо! Ну-ка. Ну, в конце концов, слезь это уже. Наконец-то. Первый более сильный босс побежден. О! Не забывайте тратить найденные зубы в меня оружие. Пока что у меня их только 400, поэтому мне требуется чуть больше. Там, по-моему, 500 ведь, да? Я посмотрел, забыл, да, 500. 25, ну немного еще. Меньше сотни осталось. Добытие. О, привет. И мы улучшим этот... Как это там называется? Чайная пушка? Или типа того? Я забыл название. А, там же написано, по-моему, да? Чайная пушка. Я даже забыл название, просто вот как-то так наобум сказал. Поскольку чайник, поскольку он стреляет, значит чайная пушка. А пушка. Так, смерть. Чайник, взял я чайник, тоже смерть. Что-то наверху, что ли, есть или что? Да, монстр, тоже я знаю, вы... Я будто сам не узнаю без ваших подсказок. Зубы. Тут зубы. Нет тут зубов. А где зубы? Мне показывают зубы. Нет, не катит. О, уже слышу. Ничего. Я что-то разбиваю их и ничего не получаю взамен. А почему здесь такая чернота? Это тень чего-то? А, кстати, а на стол я могу подняться? По-любому могу. Вон там есть уступ. Каким-то образом на него можно забраться и по ней потом. А идти дальше, это уже сюжетное, как бы. Ну, дальнейшее прохождение. Так, испугавшаяся Алиса, это, опять же, гусеница? Кто это? Я все думаю. Пойдем мы сюда или не пойдем? А, понятно, нужно их убивать. Стоп, стоп, стоп. Так не пойдет. Там я вижу много чашек, и наверху тоже что-то есть. Возможно, это очередная розочка. Есть такая вероятность. Но как попасть выше? Как попасть выше?
Нет, не вариант. Какие есть идеи? Нет, наверх попасть вот сюда как бы никак, нереально. Вот отсюда я не попаду туда никак вообще. Слишком высоко. А откуда мне запрыгнуть оттуда? Или я с них перепрыгну, правда, не знаю зачем. В общем, не ясно. Жалко, конечно, покидать это место. Два зуба. Нет тут зубов, я разбил, не было ничего. Зубов у меня все еще сколько там? 466, да. Как было, так и осталось. Ну там что-то есть по-любому. Ведь неспроста все это. Что-то там есть. Ой, чайник большой. Че? А, ясно. Убили. Так. Допустим. Летающий чайник. Бесполезно. Вот стол есть. Нельзя. А чайников больше становится или... Стоп. А почему мы раньше тут чайников не видел летающих? Стол-то я еще видел, а чайники... Чайников не было. Как? Ну как это сделать? Насквозь вообще. Еще ниже можно? Или нельзя? Чуть пониже, ну пожалуйста. Жалко. Ну пойдем дальше. Ну скорее всего это декорация просто летающая. Она близко к низу, но не настолько, чтобы я мог на него залезть. Вот, и меня уже ждут. О, коленчик. I'm devastated. Look what's become of my beautiful valley. All things change in the fullness of time, often not for better. Ага. Так, нам выше. Сейчас все соберем здесь. Ну блин, не застревай. Почему в этом месте оно застревает, а? Косячок. О! Оказывается, ножиком разбить можно. Раньше было нельзя, по-моему. Ну или только некоторые кучи разбиваются лошадкой. А некоторые ножиком. Будут ваши великие подсказки? Нету больше. Стоп, а вон там что у нас такое? Там что-то есть. Катастрофы могут страйкать даже лучшие регулированные семьи, мистер. Конечно, одна семья дезастер, может быть, другая семья опричина. И то же самое говорит для выживающего семейного member, если вы знаете, что я имею в виду. Не совсем понимаю, конечно. Как смерть одной семьи поможет прожить другой семье? Дайте ей какой-то шанс. Зачем я их разбиваю? А, вот. Хотя бы за розочку. Возможно, хп у меня были полные, но хотелось мне ее разбить. Блин, подозрительно как-то. Столько шестеренок, такое большое место и... Нет ничего. Никаких тайничков, ничего нигде не появляется. Разве что вот здесь вот. Текстурочка. Но придется подниматься. Ну не стопорись в этих местах. Ждем. О! Тут меня тоже ждут уже. Ух ты! Что это такое было? А, я пролетел в этом месте! Внезапно. Ты пока что приготовься кидать, а я добью твоих любимчиков. Все еще не кидает ни в какую. Ага, ага. Я хоть что-нибудь ему снес вообще, нет? Есть ли в этом смысл какой-то? Ну, вроде бы есть, не знаю, хороший ли он.
подходит ли это для его убийства. Так, снова кипятим. Да, вполне. Блин, ну ты чё? Даже удар нанести мне не дал никакого. Годная вещь. Совсем немного, и я ее повышу. Так, нам туда. Тут что-то есть. Причем оно еще горящее. Разбить его нельзя, значит, кого-то я не убил еще. А кого я не завалил? Снизу никого не оставили, тем более не должны были появиться. Стоп, мне показалось? Кто где? Тихо, 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 чуть не упал. В последнее время... Так, это где? Ухо нарисованное и... А, типа прислушайся, да? Допустим. С той стороны по-любому где-то. Так, хряк находится где-то здесь. Да. Смолк. А, на меня выше поднимает, и все. А это как бы, я не знаю. Сейчас я опять пойду в то место, в которое мне нужно, и потом не смогу пойти в другое место, в которое мне не нужно. Чтобы взять там что-нибудь. Там мне идти-то больше некуда. Там большой монстр, там смерть. Я поднялся выше, здесь ничего. Кошак говорит мне, завали ее, разбей. Если б я мог, конечно. Там я вижу... Пройти можно. А как, где мне его убить-то, я не понимаю. Окей, пойдем дальше. Наверняка я потом смогу вернуться еще. Здрасте. Вам обоим там. А, нет. Блин, я хотел прицелиться в этого, а начал палить другого. Моментально вообще, заметьте. Быстро так. Все, конечно, хорошо, но... Где мне всех убить, чтобы я мог вернуться и... Разбить те самые кипящие останки. Чтобы они были не кипящими уже. Я потом вернусь, ведь так? Как-то сомнительно, если честно. А, летающая хрень. Там гусеница, или типа того. То ли у нее корон, то ли ушки там такие, усики наверху. Непонятно. Чё-то высоковато, вам так не кажется? Чё-то подозрительно. Нет! Нет! Ну вы, короче, поняли, я не знаю, честно говоря. Вот я не знал, а куда мне там идти, чтобы я мог разбить все это. Я там всех убил, кого только можно. Возможно, стоило убить только этих и не проходить за эти врата. Но ворот я здесь не замечал никаких, я просто думал, пройду, потом вернусь, а оказывается, нифига. Жаль, конечно. Там я, возможно, упустил какую-то бутылочку или воспоминание. Ну, а что поделать? Я бы взял, мне не жалко, но... Как бы, кто знал. Немного неудобно, ты прилег здесь. Еще одно чудо. Показывай свою личку. О! Используйте чайную пушку, чтобы разбивать стены на расстоянии. А, сейчас.
Тут кое-что есть. Причем наверху еще даже. Надеюсь, та расщелочка, которая там была, это не розочка, потому что было бы очень жалко ее упустить. Нет. Вот, хватило. Стопэ. Я ведь, возможно, еще не сделал, как бы, то, что нужно. А это кто? Стоп. Там еще подъем выше был. Там есть зубы, я вижу. А возможно, есть что-то еще. Что это было? Все, больше ничего. Вот жалко, я не могу это перелететь, а? А если я ее даже перелечу, то я потом не вернусь. Скорее всего. Упущено. Чайник большой висит. Или чайничек. Вот у меня, по-моему, чайничек. Хотя он тоже кипит. Да, я тоже бываю киплю, когда... О, как же давно вас не было-то, а? Тоже кипел, когда убить не мог. Стоп. О! Погоди. Вырезал. Тарелочки больше нет у него. Или что у него там было? Для защиты. Ну все. Наши мальцы с вилочками скончались. Но это еще не конец. Давай, кидайся прям. Отсюда кидайся. Я не могу в него прицелиться, поэтому я не смогу отбить. Далеко бежишь. Прям все самые разные враги. Летающие, ходячие. И ползущие. Спокуха. Сейчас мне не до тебя. Тут кое-кто летает здесь. Ну, на меня-то зачем падать? Да не его, да я этого завалил. Блин. Как же тут все мешаются, а? Один враг мешается, чтобы я убил другого. О, да, с видосом. Камера, вернись. Покажись. Все, успеваем. Ну как тебе? Ай! Так, я сейчас вот что сделаю. Где там мой чайный пушка? А следующее улучшение 600 зубов. Ну, не так уж много. В принципе. Так, ну поехали. Не, я же прицеливался в него. Так, горячо. Вынес. Попутал немножко я кнопочки. Ай, ты что, и кидаешься как-то? Не так, как надо. Сейчас еще камнями прибьют. Ну все, путь всего один. Были подсказки здесь какие-нибудь? Нет по этому поводу? Не вижу.